Думаю, эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси. Когда-то я посетил ядерный наш центр в Соснах. Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре. Мы должны четко определиться, что нам делать, учитывая, что Беларусь, она и была так, а сейчас вы это видите ярче, чем когда-либо, стала передовой. Так, может быть, нехорошо мне говорить, но я позволю в таком узком кругу, в общем, среди своих, позволю себе сказать, что вы единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку. Вот я должен вам сказать, вот к чести ваших коллег, я на самом деле просто поражен и обрадован. Я хочу, чтобы вы услышали мое мнение. Я всегда буду поддерживать вот эти серьезные, инновационные, высокого уровня проекты, начинания и направления в Беларуси.